Добрый день, уважаемые господа! В этом видео мы делаем краткий обзор на прямоугольную вертикальную емкость для воды и жидкости объемом 500 литров от компании Polymer Corp. Емкость изготовлена из высококачественного ПНД методом ротационного формования. Выполнена в синем цвете, крышка сверху в черном цвете. Толщина стенки такой емкости примерно 4-5 мм. Перейдем к габаритам емкости. Длина емкости 820 мм, ширина 680 мм и высота 1130 мм. Ширина 680 мм делает емкость универсального размещения. Ее можно уместить как на огороде, дачном участке, так и внутри самого дома, либо вашей бани, так как она с легкостью пролезает в любой дверной проем. Стоит отметить, что полиэтилен, из которого изготовлена данная емкость, устойчив к воздействию агрессивных сред. Именно поэтому в емкость можно заливать не только воду, но и такие активные вещества, как кислоты, например, азотную, уксусную, соляную и прочие кислоты. Кроме того, можно залить мочевину и дизельное топливо. Теперь поговорим о заливе и сливе жидкости из емкости. Для залива жидкости в емкости у нас имеется сверху горловина диаметром 300 мм, и вот эта темная пробка вкручивается в данную горловину с помощью резьбы. Что касается слива, то у нас уже имеется снизу отверстие диаметром на 1 дюйм, в которое закручивается кран. Для того, чтобы врезать кран в эту бочку, вам необходимо предварительно рассверлить отверстие, намотать фум-ленту на резьбу крана и далее попросту вкрутить вот в эту резьбу. То есть достаточно просто, без каких-либо дополнительных усилий. Спасибо вам за просмотр данного видео. Надеемся, что оно было очень полезным для вас. Обращайтесь за емкостями в компанию Polymer Corp.